Добрый день, мои дорогие! Я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале «Обо всем понемногу» с Натальей. Сегодня я хотела бы с вами поговорить и показать, как я буду высевать семена цветов. А именно сегодня у меня катарантус ампельный, титан. Вот такой вот он очень красивый. Почему я высеваю агрофирма «Поиск», высеваю именно сейчас? Потому что агрофирма нам рекомендует высевать это в феврале. Вот я последую их рекомендации. Те семена цветов, которые я буду высевать, вы можете посмотреть по ссылке ниже. Я вам ее оставлю, я уже производила обзор всех семян. Ну, приступим. Про семена я сказала, я уже предварительно, это я оставила за кадром, извлекла пакетик, открыла его. Что хотела бы сказать по контейнеру. Обзор контейнеров я также производила, ссылку оставлю ниже. Вот в такой контейнер я буду высевать. Грунт я заранее подготовила. Сама подготовила, ссылку оставлю ниже, как я его подготавливала, увлажнила. Сделала вот такие вот бороздочки, неглубокие, чтобы сюда высевать семена. Вот так вот сюда потом, в оставшуюся территорию свободную, я еще потом какие-нибудь семена в начале марта подсажу, чтобы земля не пустовала. Вот я уже подписала катарантус 26 февраля. Очень удобно такие контейнеры. Ну, приступим. В упаковке фирма-производитель нам заявляет о том, что у нас здесь 10 семян. Вот, я вам даже покажу. Количество 10 штук. Но вот открыв, на первый взгляд, я вот сейчас посмотрю. Вам покажу. Вот здесь, да. Здесь, наверное, не будет 10. Сейчас глянем. Может быть, я ошибаюсь. Нет, 10. Вот. Ну, прям совсем, конечно, мало. Может быть, даже в одну бороздку посадить. Я сейчас подумаю. Высеваю совершенно простым классическим способом. Вот так вот. На расстоянии 2 сантиметров. Да, это все в одну бороздку даже у меня поместится, потому как все равно это потом вот так вот. Еще пикировать, чтобы была более мощная рассада. Вот и все. Даже мне сейчас я вот таким вот приспособлением, это у моей старшей дочери обычный ножичек, в посудке ее взяла детской, вот это я уберу, чтобы мне не запутаться. У меня все вместилось вот в этот рядочек. Сейчас я с пульверизатора аккуратненько все это смочу. Несмотря на то, что земля была увлажнена, но вот для большего прорастания вот так вот еще раз увлажню. Теперь вот этим самым ножичком я вот так аккуратненько. Если бы у меня здесь не осталось бы места, то есть я бы все рядочки засадила, я бы дополнительно с емкости, где я смешивала рассаду, взяла бы просто земельку, у меня столовая ложечка рабочая моя, и просто аккуратненько сверху бы присыпала. Ну вот так вот. Сейчас я сюда вставлю вот так вот по всей длине мои одноразовые ложечки, которые я считаю гаджетами, своими помощниками. Их я показывала, когда делала обзор видео ящиков и контейнеров для посадки. И вот таким вот образом у меня все это будет расти. Сверху я не увлажняю, чтобы не утяжелять и не делать корку. Сейчас я это все под пакет полиэтиленовый до первых петелек. Что еще хотела бы сказать. Цветы у меня, как и вся прочая рассада, я выращиваю на подоконнике, без подсветки, не на стеллажах. Совершенно все в естественных условиях, традиционным способом. Все у меня вроде бы как хорошо прорастает. До сегодняшнего момента не было сбоев. Думаю, дальше не будет. Поэтому дальше придерживаюсь точно такого же способа. Он меня устраивает. Если все получается, то ну, на данный момент не вижу способа что-либо менять. Еще хотела бы сказать вот о чем. Так как у меня на подоконнике, то там, конечно же, у меня батарея. И воздух сухой. Поэтому у меня там стоят емкости с водой. И я
периодически. Во-первых, я сверху пульверизатором всегда землю поливаю до того момента, пока моя рассада не будет крепенькая, чтобы не сбивать водой и не размывать землю, корочкой, чтобы не было, хоть я и рыхлю, но это все буду показывать. И я увлажняю дополнительно контейнеры, которые у меня там стоят, чтобы при испарениях стояла влажность. Ну вот вроде бы как все пока растет. Можете посмотреть обзоры уже рассады, которые у меня была, ссылки я оставлю ниже, чтобы убедиться, что этот способ имеет место быть и не обязательно в феврале месяце использовать подсветку. На этом, мои дорогие, мое видео подошло к концу. До новых встреч, до новых видео, хороших вам урожаев!